Дорогие друзья, мои подписчики спрашивают меня, чем я буду исцелять своего щенка хаски по имени Ха от клещей. Первого клеща я у него поймал за ушами, удачно вытащил. Но прошло около 2 недель. И сейчас моему щенку 6 месяцев. Андрей Владимирович Чернышов принес лекарство от клещей. Вот в такой баночке. Сейчас я покажу ее более крупным планом. Вот эта коробочка. Называется Brav Ecto. Вот по-английски, вот по-русски. Для собак от 20 до 40 килограмм. Значит, рекомендуют его щенков более 2 месяцев. Более 2 месяцев. Моему щенку 6. Он подходит и по весу, и по возрасту. Теперь я покажу вам тюбик. Так. Не туда попал. Вот такой тюбик. Нужно нанести, снять вот этот колпачок и нанести между лопатками собаки прямо на кожу, раздвинув шерсть. Мы возились с хаски 10 минут. Он очень холеричный, не давался. Но вдвоем можно это сделать. Я думаю, что ответил на ваш вопрос. Хочу еще сказать, что это средство от клещей будет действовать в течение примерно 3 месяца. Потом можно повторить по мере надобности. Всего вам доброго.